Здравствуйте, друзья. Меня зовут Максим, вы смотрите канал Закват. Сегодня суббота, утро. Уже приближаемся даже к обеду, 11 часов. Я решил жену побаловать вкусняками. К нам пришел очередной набор Green Chef. Вот. Что мы здесь имеем? Сегодня будем готовить вот такой рецепт. Блинчики с кукурузной муки, с сардельоном, с сосисочками. И смотрю, какие-то еще овощи есть. Вот. Рецепт готовится быстро, 35 минут, всего 8 шагов, думаю, ничего сложного нету. Что здесь присутствует? Органическое яблоко, смотрю, даже с какими-то еще и приправами. А, apple еще и приправа. Так, органические яйца, органический перец и органический лук, мука, я так понимаю, мелкая такая. Сардельон, сосисочки, целых три. И еще аругула, салат. Вот. Я думаю, что на завтрак будет очень хорошее блюдо. Если как бы не наедимся, ну, значит, еще одно блюдо сделаем. Вот. Что нужно начать? Начать нужно с изготовления муки. Развести ее надо. Порубить овощи. Поэтому, ну, начнем так. Начну замешивать муку, пока она будет настаиваться. Порублю овощи, но потому что как пойдет. Вот. Тесто, в принципе, до половины готовности сделано. Рекомендуется еще немножко добавить порядка 2 столовых ложек маслица, чтобы улучшить тесто. Самый интересный момент, блинчики. Я никогда из кукурузной муки ничего не готовил, поэтому может первый блин быть комом. Вот по таких 3 блинчика надо делать за раз. Посмотрим, что получится. Потом их нужно будет засунуть в духовку, чтобы они допеклись. Очень важное замечание, кукурузная мука, оказывается, очень быстро готовится. Поэтому, когда вы налили, практически сразу нужно, если блинчик отлипает, сразу переворачивать. Потому что может получиться так, что у нас подгорит. У меня первая партия. Немножко как бы такая получилась с корочкой. Вот. И я вот подумал по поводу необходимости доводить их в духовку. Потому что написано, что их еще необходимо в духовку поставить, чтобы они еще дошли как бы до кондиции. Но я не уверен, что... Уже готов. Сейчас я один попробую. Мы приступаем к жарке сардельона. Вот. Так, надо посмотреть, что из себя этот блинчик представляет. Да, кукурузная мука отличается от обычной. Вот. Я думаю, нет смысла духовку ставить еще. Испортим. Вот. Так, следующим этапом добавляем тимьян, он же чебрец, лук, перец и сардельон. Ну, практически уже все готово. Женя, сейчас я тобой займусь. Мама у нас спит, сегодня отдыхает. А я решил ей сюрпризик сделать. Сейчас все будет готово. Вот. Сейчас Зинка проснется, а ее ждет завтрак. Это будет круто. Все, надо, мне кажется, тушить уже. Потому что уже готово. Дальше переусердствуем, пережарим.
чувствах. Все. Дальше осталось сервировать салат.